Уральская усадьба, приветствую всех подписчиков, добрых людей, мичуринцев. И представляет вашему вниманию арочную теплицу, 3 метра ширина. Данная теплица 5 метров длиной. Так, установлена теплица на винтовые сваи, вкручены своими силами. На свае установлен брус 100 на 100. Сейчас покажу, как это выглядит. Так. Вот так вот это выглядит. К сваям приварены пластины. Пластины прикручены к брусу, то есть все надежно. Да, кстати, это связано с тем, что здесь грунтовые воды очень близко. Вот покажу у соседа. В теплице можно у соседа рис садить. Так, ладно. Сами арки сделаны из железа, из трубы. 20 на 40 миллиметров, прогоны 20 на 20, полимерно-порошковое покрытие, вот. Поликарбонат четверка премиумный, карбоглаз, система натяжки, здесь нитка, здесь две нитки посередине и здесь нитка. Так. В торцах дверь с форточкой с обоих сторон. Грядки тоже собраны своими силами из листового шифера. Ну и по периметру к брусу прикрутились тоже листовым шифером. Вот так это выглядит со стороны. Подписывайтесь на канал. Богатых урожаев. Всего доброго. Всем подписчикам компании Уральская усадьба и зрителям, кто еще не подписанный, подписывайтесь. Сегодня 23 апреля 2017 года. Смонтирована теплица арочная 3М. Небольшая, но очень симпатичная. 3 на 3, 3 метра длина. Свалена из профильной трубы 20 на 20, стенка 1,5 мм, полимерно-порошковая краска светло-серого цвета, больше белая, поликарбонат 4 мм, 15 лет гарантии, карбоглаз. С одного торца форточка, с другого торца разрезная дверь, форточка на крючочке, заглушечками, все красиво. Фундамент, конечно, не очень, со шпал, очень большие неудобства со шпалами, но в основном теплица классная, очень удачно, хорошо поставили. Система подвязки 4 нитки, все красиво. Подписывайтесь на наш канал, узнаете много интересного. Теплица арочная у нас, крепыш, 20 на 40, 3 метра ширина, 5 метров в длину. Установлен брус, пропитан антисептиком. Покрытие сотового поликарбонат 4 мм. Имеется дверь с форточкой. Арки у нас усиленные, 20 на 40, 5 пролетов. Арки с усилением. В другом торце форточка. По просьбе клиента сделали такую форточку. Оригинальную. Открывается как вовнутрь, так и наружу. Вот такая оригинальная форточка. Теплица
лица различные, 3 на 5, руль 100 на 100, покраска полимерно-порошковая с одного торца, форточка боковые с другого торца, просто форточка. Форточки.